Число госслужащих в области составляет 5171 человек, из них 3352 женщины. Согласно данным, за февраль текущего года задержка госслужащих на рабочих местах после 18:30 составила порядка 70 часов. Все материалы переданы в Управление инспекции труда для изучения обоснованности переработок. Анализ мониторинга указывает на наличие системных проблем в госорганах, которые приводят к необоснованным задержкам сотрудников после работы, а также выходу в нерабочие и праздничные дни. Основной причиной этого являются неправильное распределение нагрузки и неэффективное использование рабочего времени. Также выявлены срочные поручения руководителей и вышестоящих государственных органов с неоправданно короткими сроками исполнения. КОАП предусматривает у нас, получается, 30 МРП должностных лиц. Если же в течение года происходит повторность, то уже сумма увеличивается до 60 МРП. При этом, если же имеется служебная необходимость выхода на работу во внерабочее время, либо выходные и праздничные дни, то необходимо получить письменное согласие работника и издать соответствующий приказ, как того требует действующее законодательство.